Лидер является главой организации, самым преданным в ее работе. Развивает своих подчиненных и ставит их на нужные позиции. И если необходимо, использует и избавляется от них. Ну, вот и все, да? Теперь я разборчив с тобой в десятикратном размере. Я убью тебя. Клянусь, когда-нибудь я тебя точно убью. Его возможности ошибки. Через 4 или 5 лет я уверен, что он убьет меня, чтобы властвовать самому. История моей смерти. И спокойно. На самом деле история веселая. Люди боятся смерти, но в то же время развлекают ее. Люди без шанса пожирают смерть. Это единственное событие в жизни, что нельзя отменить. Это то, чего я желаю. Чтобы я покончил с твоими страданиями. Если твой ответ да, то говори, пока можешь. Кто ты это? Год стол, мы подошли. Не бойся смерти, Лео. Не бойся того, кто ее приносит. Или тех, кто ее ищет. Смерть будет их преследовать. Ты чего такой нервный, Лео? Обидимо. Он что, тоже опаздывает? Thank you.
только я закончил с этим мусором, я принимаю за тебя. Так и знал. Поэтому я был сегодня не в настроении для всего этого. Я действовал не в полную силу. Если бы было все серьезно, я бы твой череп перемолол. О, как страшно. Передохни, Чуя. Все, что мы узнаем, ценно. Мы не склонны верить, что нашими мыслями управляют. Никогда не видел тебя таким шокированным. Слушай, а что? В смысле что? Официантка из кафе никак не отвечает на мое ухаживание. Сделай так, чтобы она потеряла работу и дома не отреклась от нее. Ты станешь для нее последней соломинкой.